проливной дождь не повод отменять поход в театр. В Пензенском драматическом премьера спектакля «Однажды в учреждении» по пьесе Евгения Шварца «Приключения Гогенштауфена». Я учусь в колледже искусств на театральном отделении, и я пришла сюда не только, чтобы просто посмотреть Шварца, а чтобы почувствовать, понять его, и потом уже на своих парах рассказать о том, что, вот, что я испытала в этот момент. В театре ни разу не была, первый раз, да. Вы из Пензы? Ну, родом, да. Но живу уже давно в Германии. Вы думаете, будет интересно? Я всегда говорю о том, что это полностью моя ответственность, спектакль моя ответственность, и он мне безумно нравится. Ну, то есть я смотрела сдачу, я смотрела репетиции, я очень горжусь этой работой, она мне лично нравится безумно, поэтому я теперь просто хочу поделиться ей со зрителями. Ранняя пьеса Шварца, но в ней уже прослеживается талант мастера иносказательно. Через чудеса с примесью реальности пригвоздить порог к позорному столбу. Почти 100 лет назад написано произведение, но актуальность его неоспорима. Актеры драматического театра не играют, а проживают сюжет, с блеском преподнося авторский юмор, завуалированный сарказм. Светлые силы противостоят темным, разумеется, они защитят молодого экономиста Гогенштауфена от воплощения зла, бюрократки Упыревой и ей подобным. Но какой накал страстей и эмоций испытают зрители, пока не опустится занавес? Новинка по пьесе Шварца первая в сезоне и далеко не последняя. А дальше сказка «Приключения Буратино». А на малой сцене спектакль про Донбасс, который называется «Боль». После Нового года мы приступаем к Евгению Онегину. Впереди у нас еще есть планы «Гамлет». Еще кое-какие спектакли. Постановка «Однажды в учреждении» однозначно надолго войдет в репертуар театра.